Дорогая, спасибо за подарок. 8 марта тебе. Спасибо. Цветы, поцелуи и ласковые слова. Сегодня все адресовано любимой женщине Динара Губайдуллина. Рожать в праздничные дни в этой семье уже традиция. 8 марта родился сам Динар, а вчера во второй раз испытал радость отцовства. Я очень счастлив, то, что прям к моему дню рождения супруга сделала и себе подарок, и мне опять-таки. Становиться мамой второй раз в канун праздника Гузель не планировала. Говорит, роды были назначены на 22 марта, но маленький Даниар настолько хотел поздравить маму и отца, что появился на свет раньше. Мы его очень долго ждали, хотя он у нас появился немножко раньше запланированного срока. Вот, но мы очень постарались сделать папе подарок. 8 марта в этой семье действительно семейный праздник. С рождением сына поздравить Гузель пришла свекровь. Спасибо сыну и невестке, что они родили нам второго внука. 7, 8 или 9 число для женского счастья не важно, говорят медики. Главное, чтобы здоровым родился. Ну а если мальчик родится 8 марта, ну что ж, девочки тоже рождаются 23 февраля. В общем-то, для нас самое главное – здоровая мама и здоровый ребенок. Говорят, дети, рожденные весной, счастливчики, но особенно счастливы их родители. Ведь у них в семье теперь каждый год двойной праздник. Алина Бережная, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.